я занимаюсь уже около 3 лет, и Делина это 3-й раз. И 3-й раз выхожу на старт Делина. Активно, довольно активно. Этот месяц были тренировки день через день. Подготовили очень хорошо собак. Как хосей, так и норвегов. Кто-то бежит на хосях, кто-то бежит на норвегах. Активные тренировки, скоростные, также соревнования каждую неделю. Для собак это очень хорошо. Даже если без места, для собак это хорошая тренировка. Есть, конечно, волнение. Волнение есть перед стартом. Больше мама. Волнение есть перед каждым стартом, потому что как бы трасса очень опасная, с поворотами. Очень скоростные спуски, и собаки будут лететь, как и дарты. Удачи, успехов, чтобы держалась крепко на нарте. Я жду ее на финише.